Так, друзья, у нас часа 4 назад пошло молоко, прям струя. Вот. И уже начинаются первые схватки. То есть ждем. Ждем. Вот-вот. Вот-вот должны пойти поросята. У Маши у нас получается третий опорос. И до этого два опороса было без проблем. Надеюсь, и этот опорос будет тоже без проблем. Машка, 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 Машка. Машулька. Гуляет там. Осы Ивановска. Маша, Маша. Также заранее, предварительно за пару часов приготовил место для поросят. Сильно кричать не буду, чтобы меньше стресса получалось. Вот это у нее начинаются первые схватки. Вот даже полосенок видно. Шевелится. Друзья, ну все, по накатанной. Ничего тут такого, как бы, страшного нету. Пришел, уже трое бегают, тут циску смокчут. Вот этот четвертый не найдет еще циску. Вот этого еще пуповина даже не оборвана. Оборвем. Видно, что покрыты яшей, дерком. Все типа краснопоясные. Ждем дальше. Я скажу, я сейчас отношусь к опоросам. Ну, то есть опорос я не вот так что-то переживаю. Это когда-то было первый раз. А сейчас я вижу, ага, начали схватки. Вот и сошли. Значит, матка открылась. Я жду в ближайшее время. Так и есть. Подошел, уже трое бегает. Сейчас четвертый. Вышел, сейчас опять будет выходить. Страшного ничего такого. Прям. Нету никаких уколов, я не колю. Окситоцин тоже не колю. Почему? Потому что она уже в нее третий опорос. У нее все каналы как бы нормальные, поэтому не застроет, не стоит, нигде ничего. Все нормально. Проблем с ней не было, с этой свиноматкой. Вот что по этой свиноматке я полностью уверен. Машу, 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 Машу. Так сказать, молока попьют молозово. И я их вот туда под лампу всех посажу, которые уже поели, так сказать. И все, будем ждать следующего. Да ну все, если так разобраться, ну все само собой. Да, есть вот, допустим, там порода Пьетрен и Дюрок. У меня вот это Дюрок, который рожали первый раз в Пермиске, да, проблемные, надо вытягивать. В основном надо вытягивать или застряло, надо тянуть, разрывы делать. А по таким проблем еще не было. Проблем не было, но уже 12 часов. Не, ну понятно, что 12 часов, но это сегодня, друзья, у нас забой. Я встал полчетвертого. Делали забой сегодня. Туда-сюда, начал жарить шашлык, думаю, отдохну. Сейчас пойду покупаюсь, хорошо поужинаю шашлычка. Оно. Смотрю, что Машка на
немножко молоко пошло, поэтому, ну, как бы понимаешь, что никуда не денешься. Ну, такая, как бы, такое наше занятие свиноводом. Да, свиноводом. И все крупные такие, одьяшки. Крупняки вообще именно. Я не знаю, у нас, наверное, таких и не было, да, ведь крупных? Ни разу не было, да? Ты его положи. Даже от Петрена, того, что мы брали в аренду, таких крупных не было, как бы. Эти очень крупные. Я не знаю, сколько их больше, но думаю, сколько б не было, потом будем принимать решение. Вообще очень крупные. Если так разобраться, у нас, ну, лично в моем хозяйстве таких крупных еще ни разу не было при рождении. Взвешивать не буду, ну, как бы, зачем? Травмировать могу. Да. А так... Не шукаемся. Да сейчас найдем. Давай я тут, да, вот. Каменная куча. Да. Друзья, пока что прошло минут 15. Пока тихо. На выходе никого нет. Этот уже у нас, значит, тоже, который вышел, крайний, тоже уже начал молочко попивать. Поэтому сейчас туда-сюда они начнут засыпать, я их сюда в отдельную кабину, чтобы не мешали, и следующие сюда подсаживать. То есть выходит, я сразу сажу на сюда до циток, они молоко там, ну там им граммы надо, попьют. Начинает засыпать, я отсаживаю отдельно. И дверь закрываю, чтобы они сюда не выбегали, и все. Ну, я так делаю. Вот, и вот этот уже... Эй, Зузик! Эй! Яшкин сын! Наелся. Ага, Яшек крупный, высокий. А батя балдеет. Яшек. Балдеет. Он замес. Давай вот туда. Вот примерно вот так. Молока хочу. Раз. И вот сюда. Сейчас вот эти начнут засыпать. То же самое. Которые возле циток начнут засыпать. Туда их сажу. Начну сюда лезть, закрою двери. И так полностью весь этап. А потом... Потом, когда выйдет у нее два места, часик их подержу отдельно, она успокоится, или два часика. И потом отпускаю их всех к ней. Ну и все. Я когда-то, когда был первый раз, а первый раз у нас тоже Маша рожала, да? Вик, ты понимаешь? Первый раз тоже Маша снимала, ой, снимала, рожала. Я сильно переживала, жуги трясли. А сейчас, сейчас уже не. Я даже сейчас, вот сколько у нее задержка? Дня 4, да? Дня 4 у нее задержка. Я не переживал, да, потому что вот это они вот так лезут, если нету дверей. Будут то сюда лезть, мешать новорожденным. То есть поэтому лучше их там сразу закрывать. Оно уже наелось, просто опять лезет непонятно куда, а бы лезть. Так, у нас вышел 5-й по счету. Вот он такой выходит. Вот такой выходит. Сразу ему надо протереть носик. Носик, ротик. И ничего такого прям сверхъестественного, там, как некоторые говорят, нету. Давай. Вообще я вам скажу, если был у нас второй оброс от этой свиньи, именно от этой, я приехал с работы, слышу, что-то пищит, кричит.
ну, звуки непонятные во дворе. Прибегаю сюда, тут уже 14, я не помню, или 14, или 16 штук уже возле нее бегают. Поэтому даже меня не было, она нормально опоросилась. Проблем вообще никаких не было. Да, она хорошая свиноматка. Хорошая свиноматка, да. Ну, все равно, ну, я дома, грубо говоря, не пустишь все на самолет, поэтому надо смотреть. А именно по дюркам, надо держать ухо востро, потому что мы раз поуправлялись, и в этот день рожала Маша, все нормально, мы приехали с работы, Маша почти, ну, опорос прошел нормально, Маша всех сама, грубо говоря, родила, все нормально, а потом, буквально там прошло полчаса, мы смотрим у куклы, у дюрка копыта торчит. И вот он начали вытягивать, и пошел опорос. А если бы не заметили, наверное, завернулось. Потому что мы когда вытягивали, поразрывали там все, но вытянули. Ну, все равно надо, ну, как бы быть внимательным. Соты. Соты. Притяни его к молоку. И пуповину чужую. Да прям там. Да хоть прямо. Буяна щось. Ей, Зузик, ти що? Жевжик, давай сюди, до мамки. Чуть-чуть одріж поправити. Не дуже коротко. Немножко одріж. Жевжичок. Опа. І туди. Воно зараз не буде пити молоко, воно 5-10 пройдет. Одурманится. Освоится. Да. Освоится сейчас начнет тоже. Вот это тоже не понимал, что делать не сразу. Да, сейчас уже. Уже хлыщ. В ротик подыхание. Вот повыдал. По сердцу подарить. Вот сейчас. Давай я. На тряпку. На тряпку, на спину. Давай я. Да сейчас я сам. Вот так. Еще, еще поделаешь. На тряпку, обозванивается. Еще побыли его. Ой, поколоты его. Ну, не дуже прям. Ну, да, то еще бы его хоть не быть. Ну все, бачу, не маю кровиси. Вот так. І рот може дихнути. Подала на спас. Та все, ладно. Потерпай його ще трошечки. Та нормально. Подала на спас. Свиньонка. Поросенка. Трошки ще маю, щоб вже... Ні, нормально. Сот. Хотів уже откидатися. Хотів уже откидатися, да? Ну, по два раз. Чого він не пустить? Та чого він буде пущати? Ну все, хватит. Я зараз не помню. Давай, глаза вже відкрила. Та хоч він цей попадає. До свині.
крупненький такой. Спинку ему помассажили. То я бачила на видео. Один у вас закривай, один открывай. Давай. Живи. Так, перевернулась она, и получается итого у нас 10 штук. 11. 10 штук. 10 штук, ждем 11. Ну, я думаю, штук 12, потому что они очень крупные. Где-то 12 должно быть. Живот был небольшой, и они крупные. Ну, а там кто его знает. С периодом минут по 20 между собой они выходят. Ну, в принципе, все нормально. Того, которого я спасал, там где-то бегает, ведь покажи. Рыжий, ну, белопоясый рыжий, там где-то бегает. Их там два штуки одинаковые. Вон там. Сейчас у нее еще потуги есть, поэтому сейчас ждем. Минуты на минуту должен выйти. Именно в Машку, уже насколько я насчитал, 3 штуки, именно копия Машка. А в Бабку, у Яшу пошли почти все. Вот вам и белопояса, и краснопояса, это дюрок. И, ну, я точно не знаю, Маша у меня или F1, или тоже пораз. Ну, как свиноматка, я не знаю, это просто идеально. И молоко у нее жирное, и молочность хорошая. Это первая свинка, что я купил. Ее и Изольду. А потом уже... Раскрутился. Ну, а потом уже, да, раскрутился, начал брать ноги. Давай, Машенька, давай, давай, давай. Там вышло место с той половины. Она сейчас перевернулась. Вышло место. Выкидывай сюда на улицу. Угу. Она ту сторону уже, я думаю, вышли, та сторона. Она сейчас перевернулась, а и эта сторона. Я думаю, если я не ошибаюсь, что 12 должно быть. Ну, а там посмотрим. Крупнячки, да, я такой бы не против, чтобы что 12. Ну, а там сколько будет? Сколько Бог даст, сколько будет. Все хорошее. Машулька, Машулька. Машулька. Фу, молока сколько у тебя. Давай, 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 сюда, сюда. Вот так, раз. Давай так сюда, два. Да, ты сюда, три. Вот так. А ты сюда. Вот так.
Итак, друзья, у нас получается 10 штук. И вроде бы не напоминается, чтобы дальше были. Потому что 2-4 раза место вышло, 4 раза по половине. То есть места повыходили, я уже их повыбрасывал, одного поросенка оставил, ну, так сказать, для поддержки. И вот тот, который я откачивал, он самый светлый. Или вот это он. Вот это. Или вот этот он. Наверное, да, вот этот. Вот того, что я откачивал. Ути-ти! Яшкин сын! Да? Яшкин! Яшкин! Ну я тут одного оставил на Машку похожего. Белого. Ну и. Маша. Я, допустим, тоже бы его забрал бы на часик, их бы закрыл, пускай она отойдет нормально, придет в себя, потом подпустил. Ну, думаю, одного оставлю, пускай так, для поддержки, так сказать. А так места повыходили, все повыходило, их получается 10 штук, да? 10 штук. Я думал, будет 12, потому что они очень крупные. Думал 12, ну 10. Слава Богу за то, что есть 10 крупняков. Дай Бог, чтобы они остались, ну так сказать, живы. Все равно кто-нибудь может уйдет, может не уйдет, придавит, задавит. Ну всякое бывает. Хотя она очень аккуратная. Ну, знаете как, будем надеяться на лучшее. Спасибо вам, что вы были со мной, принимали со мной опорос. Как бы туго не было, и Богдан переживал, и Боря переживал, и Вики переживал, все мы бегали, у нас сегодня и шашлыки, то и все, но зато вы смотрите, какая красота. Эй, зубрики! Вот, по-любому на свиноматку оставлю вот эту свинку. По-любасику. Самая крупная свинка вышла. Да? Клюпна вышла, да? Крупняк. Копия Маша, молчазна. Ну вот так, друзья, спасибо за просмотр. 2 часа ночи. 2 часа ночи, приняли опорос. Всем пока, спокойной ночи.